Всем здорово, сегодня я расскажу, как установить контрольное расширение для Stable Diffusion. Это расширение может очень сильно помочь вам в создании артов из-за своего гигантского функционала. В этом видео я покажу пару интересных функций. Чтобы скачать контрольное, нам нужно перейти в Extensions, Available и нажать Load From. В поиске вбиваем контрольное и нажимаем Install. После этого переходим в Installed. Нажимаем Check for Updates и нажимаем Apply and Restart UI. Теперь у нас доступен ControlNet. Чтобы начать работать с ControlNet, перейдем в Text to Image и откроем вкладку ControlNet. Сюда нам нужно вставить изображение, которое будет браться за основу. В этом видео я расскажу про препроцессоры Kenny и OpenPose. Начнем с Kenny. Этот препроцессор делает набросок на основе фото, которое вы загрузили, после чего на основе этого наброска нейросеть уже сгенерирует изображение по вашему запросу. Теперь OpenPose. Это очень полезная функция, с помощью нее можно генерировать стабильные позы. Загружаем изображение и получаем это. Препроцессор определяет позу и делает рисунок конечностей, на основе которого генерируется изображение. Как по мне, это два очень полезных препроцессора, но в ControlNet их гораздо больше. Со временем буду делать туториалы на большинство из них, потому что все они очень интересные, и их можно использовать вообще в любых сферах деятельности. Спасибо за просмотр!